Шайба не покидает зону гостей. И вот здесь нужно поспокойнее распорядиться шайбой, рачительно воспользоваться своим шансом. У Гимаева не получилось. И первый опасный момент в игре. Не сложилась игра у Салата в противостоянии с омским «Авангардом». Пропустил целую авоську. И это первый матч после его возвращения. Но сейчас не об этом. Рижане открывают счет. Мирное течение матча нарушает, казалось бы, нелогичный гол. Андрегета развернулся, понял, что два соперника перед ним. Зачем лезть на них? Лучше сменить фланг атаки. Сейчас как будто бы в большинстве играют хозяева льда, и они сравнивают счет в матче. Активность привела к взятию ворот. Все идеально сделал этот опытнейший защитник, который вернулся в хоккей в нынешнем сезоне и вернулся просто-таки триумфально. Он сейчас лучший защитник по системе «Гоу плюс пас». И «Авангард» не может забросить вторую шайбу. Мог дубль сотворить. Пьянов, шайба скакнула через клюки. Крюки этот защитник «Воинов». Отдает на синий ринг «Воинов». Семенов отдал за ворота. Бросок и гол! И Хаммер выводит свою команду вперед. Шинкаем, конечно, очень здорово усилил омский «Авангард». Но вот съесть борщ в поддержку, это, безусловно, ноу-хау. Но мы знаем, что омский «Авангард» как раз отличается различными эффектными штучками в соцсетях. А сейчас мог омский «Авангард» отличиться не в соцсетях, мог отличиться на льду, забросив третью шайбу. Полиса завершил Дениас Берзинч. Еще раз хочу напомнить, в полном составе играет омский «Авангард», и Шумаков, набравший результативный бал, вышел на лед, и он принял участие в очередной атакующей акции, которая привела к счету 3. Он 3 передачи отдал и в тройке самых скоростных игроков сегодня. Эштон, раз уж мы говорим про скоростных, и Эштон внедрился в игровые процессы. Салак отбивает шайбу, и отличное добивание проходит. 4-1, Кошелев отличился. Но все-таки к этому шло. Все-таки ближе к заброшенной шайбе был Сапер. Попков отдает на Воинова. Воинов сегодня сделал результативную передачу и улучшил свои показатели. Лучший защитник по системе «Гоу плюс пас» набрал 15-е очко для матча команды, которая находится в лидирующей группе против аутсайдера. Есть свободные места, но их немного. Шумаков на Воинова. Воинов набрасывает шайбу, и она летит мимо ворот. Такая сутулка была перед воротами, там Алишаускас боролся с...